Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё и немного поболтушек. В этом видео будет два раздела. Первый, который возник благодаря Евгению Морозову, он поделился своими впечатлениями, за счет чего люди подсаживаются на кассеты, и если нам интересно, он расскажет период отвыкания. Его пост я сейчас приведу, вы почитаете. Мне показалось интересным то, что он говорит. На самом деле, там есть нестыковки с моей точки зрения. То, что нижняя полоса, она несколько такая резиновая, рабер, и специально оттягивает, чтобы волосок срезался, да, несомненно, это есть. Но вот как пишет Евгений, глубоко срезает волос. Тут спорный вопрос, потому что если глубоко срезает волос, то щетина будет расти как можно позже. Я ни одной кассеты не выбривался так, в бытность свою, чтобы щетина, скажем так, ну через 6-7 часов уже не лезла. А кассетниками, а тэшками могу. То есть мне кажется, что тэшка несколько по-другому срезает волос. Ну вот, если вам этот момент интересен, то выскажите свое, одобрямся или нет, и Евгений нам поведает свою историю. Хотя, впрочем, каждый из вас может ее рассказать точно так же. Многие из вас кассетников перешли на тэшки, и вот ваш период отвыкания, насколько он легко и просто дался. Со слов Евгения, ему это далось не очень просто, но тем не менее он с этим совладал. Ну и раздел номер два. Это даже не раздел, это, знаете, это как приглашение. Такое, знаете, легкое путешествие в прошлое. Дело в том, что совсем недавно я, когда гуглил там по одному вопросу, мыло 3P искал. Каким-то образом, каким не пойму, меня выбросило на старый-старый добрый сайт бритва. И вот там вот я увидел себя. В те самые далекие времена 2014 года, когда я был на месте многих из вас и старожилом выносил мозг, и старый добрый С. Влад с Хабаровска, потом Гудвин, Ричард, вот эти вот все ребята. Ну, Ричард тогда тоже был такой же молоденький, как и я. Мы вместе с ним во все это пришли. А вот С. Влад и Гудвин, блин, ну, тогда я им мозг выносил. Именно с тех пор я отношусь вот к новичкам так довольно-таки сдержанно, потому что сам через это прошел, засыпал вопросами. Кому интересно, я оставлю ссылку в описании под видео. Пожалуйста, сходите, посмотрите. Если наберете все сообщения персонажа Сомали, там еще много чего интересного выскочит. Это период моего становления 5 лет назад во влажном бритье, каким я был тогда. Возможно, кому-то это будет интересно, кто-то в этом узнает себя. Ну вот, пожалуй, что и все видео. А сейчас добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Ну и бритье. Пошли бриться.